Здравствуйте! Сейчас хочу рассказать о баклажане сорта Алексеевский. Это довольно известный сорт, очень надежный. Многие огородники его уже проверили. И вот этот сорт баклажанов Алексеевский выращивал в прошлом сезоне. Надо сказать, сезон был очень неблагоприятный для баклажанов, но и для других теплолюбивых культур. Выращивался баклажан в открытом грунте с применением укрытий. На рассаду был посеян, как всегда, в начале марта. Рассада была высажена в грунт в конце мая. Лето было холодное, и баклажаны росли не очень хорошо. Однако баклажан Алексеевский все-таки дал определенное количество довольно симпатичных плодиков. Баклажан Алексеевский – это ранний сорт для использования в домашней кулинарии и для соте. Растения полураскидистые, низкорослые, плоды темно-фиолетовые, глянцевые, цилиндрические, средней длины, масса 96-190 грамм, мякоть белая, без горечи. Сорт транспортабельный, обладает уникальными вкусовыми качествами. Кроме того, этот сорт довольно неприхотливый. Кроме одной подкормки, которая была сделана примерно недели через две после высадки в грунт, когда рассада адаптировалась, больше никаких проблем он не доставлял, только полив, рыхление, удаление сорняков, и когда было очень холодно, его прикрывали сверху укрывным полотном. И вот этот баклажан дал неплохие плодики. В разрезе баклажан Алексеевский выглядит следующим образом. Вот это сорт баклажана Алексеевский. Широко распространенный, многим известный сорт. В этот раз решил срывать плодики поменьше. Посмотрим, как они выглядят в разрезе. В этот сложный сезон он завязал все-таки плоды. Посмотрим с торца. Мякоть довольно плотная. Немножечко выражены семена, но не очень сильно. Смотрим поперечный разрез. Видно, что в середине он выглядит тоже вполне нормально. Срез очень быстро, как это бывает у баклажанов, темнеет. Это сорт Алексеевский. Таким образом, по итогам выращивания можно оценить этот сорт баклажанов Алексеевский на твердую четверку. То есть, если и рекордами он не блещет, но в тяжелую погоду дает все-таки урожай довольно неплохих плодов. Так что могу порекомендовать огородникам брать на заметку этот сорт и с успехом выращивать. В конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев баклажанчиков, всего самого доброго и до свидания.